Дима, ты уже 15 минут здесь стоишь и боишься выйти на свидание. Не знаю, я боюсь. Может, ты вместо меня пойдешь? Нет, я не пойду вместо тебя. Ты уже опаздываешь. Нет. Пойдем, видишь, она тебя уже ждет. Как зовут самое главное, помнишь? Помню, Джессика. Джессика? Ну да, она иностранка из Лос-Анджелеса. Нифига себе. Ну, знаешь, знаем мы таких, вот эти иностранки. Какая-нибудь Зина из деревни. Два слова выучила и говорит, что иностранка. Все, давай. Да нет, ты че, она английский в идеале знает. Я поэтому боюсь. Я английский так себе знаю. У тебя ж пятерка по иностранному. Так я немецкий учил, а не английский. Там все одинаково. Все, погнали. Вон, если что, ребята нам помогут. Да, ребят, вы это там следите, если что, в комментариях переводите. И Диме помогайте с ответами. Я вот здесь, на лавке. На подстраховке. Здравствуйте. Джессика? Хальба. Hello, I'm Jessica. Извините. Hi, how are you? What is your name? I remember. Да. You are Дима? Я Дима, а ты Джессика. Yes. Maybe sit. We sit down. I like Moscow. I work in Russia, but I miss Los Angeles. Эй, скажи что-нибудь. Чё ты тупишь? My home. Прости, пожалуйста, как там на твоём? Sorry или sorry. В общем, do you разговариваешь? Russian, Russian, русский язык. Окей. I немножечко разговариваю in по-русски. О, это good, это good. Yeah, it's good. Ты писать мне, вот, ты very хорошо говорить по мой язык. Я good, да. В идеале, perfectly. Oh, it's fine. Tell about yourself, your family. My family is so sausage. It's a joke. А что смешного-то? Oh, sorry. Не хотела обидеть. Продолжай. Ладно. My dad is palm tree. And my mother eats bugs. What? I'm... I need to go, bye. Стой. Bye-bye. Good, bye. Ну и что это было? Не знаю, обиделась походу. Я вроде все нормально сказал. Да кто тебя знает, что ты там сказал. Велся я, честно говоря, как размазня. Да что я сделаю? Она походу это, реальная иностранка, а я английский плохо знаю. Понравилось что ли? Ну да, милая. Вот так бы и сказал ей. Как? Она же не поняла бы. Ну, сказал бы там face, nice face. Ну, как face ID, там, лицо, типа. Где ты раньше был? Ты же не говорил, что ты английский в совершенстве знаешь. Stop, my friend. Don't angry birds. Если я знаю английский в идеале, это не значит, что я должен этим пользоваться. Никитос, помоги, пожалуйста. Без твоего знания английского я не смогу ее добиться. Окей. So lucky, so good. Придумаем что-нибудь. Блин, это так круто. Представляешь, я вот замучу с ней, да? И потом мы с ней уедем жить за границу. Эй, в смысле уедешь? Как же съемки, канал? Ну, я ненадолго. Потом вернусь через годика-два. Там, если что, еще кэш, мани нужны. Лавандос. Так в Америке все богатые, она из Америки. Ну, как знаешь. Пойдем. Сейчас, секунду. Никитос! Чё? Она, походу, кошелек забыла. It's so good. Ты сейчас к ней в гости можешь пойти и сказать, вот я кочу вернул. Так я же не знаю, где она живет. В Америке, наверное. Давай посмотрим. А, так слушай, она здесь недалеко живет. Вот адрес. Ну да. Наверное, квартиру снимает. Угу. Вот по нему и пойдем. А как я с ней разговаривать буду? Не переживай, сейчас мы тебе несколько слов на руках запишем. А, точнее. Тебе 5 слов достаточно будет. Как в школе. Хорошо, что это навык шпаргалок пригодился в жизни. Конечно. А если бы учился, не нужны были шпаргалки. Вот в этом доме, получается, она живет.
все отлично. Никитос, давай не пойдем, я глупо выгляжу. Я не знаю, зачем ты меня так надел? Мэн, ты чего? Это наоборот, ты должен говорить, нифига себе, я классно надет. Это же культура иностранцев, они все там, вот эти американцы, там, европейцы. Цепи, самое главное, побольше, бандана. Ну, не знаю, я как лопух выгляжу. Тихо, 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 надписи не сотри. Ты хоть порепетировал там надписи? Ну да, I me took good. А зачем ты free Wi-Fi записал? Зачем тебе спрашивать, у него Wi-Fi? Ну, на всякий случай. Сейчас все интернет любят. Булгер какой-то еще записал. Дим, ты что, с девчонками ни разу не общался? Надо love, beautiful, wonderful. Ручка-то где-то тут была. Все, погнали. Love, beautiful, wonderful. Если что, скажешь, что она как цветочек, понял? Это типа flower. И ты английские слова лучше на русском записал бы. Легче произносить будет. А как мы зайдем? Здесь предоставь дело профессионалам. Консьерж. 215. Хорошо, что на русском. А то я уже начал забывать. Алло. Здравствуйте. А не могли бы вы нам отпереть эти двери в этот чудесный день? А с чего это я должна открывать вам дверь? Ну, мы просто ключ забыли, понимаете? Но от вашего сердца ключик я явно подберу. Учись. Сейчас открой. Здравствуйте, видимо, связь прервалась. Вы нам хотели дверь открыть. Кому это тебе? Я же с вами только что разговаривал. Чего это ты врешь? Извините, нам просто очень срочно с другом нужно попасть к девушке. Знаем мы таких. Пенсию за минуту сопрут. Да нет, с чего вы взяли? А? Я говорю, мне не нужна ваша пенсия. И я не преступник. А? Ты мне зубы-то тут не заговаривай. Я твою морду в камеру вижу. Какую еще камеру? Да вот, глазок прямо перед твоим носом. Не видишь, Оль? Вы можете, пожалуйста, просто открыть нам дверь? Кому вам? Мы же только что с вами разговаривали. Не было такого. Я не могу, иди сам разбирайся. Это тебе вообще надо. Ой, есть один лайфхак. Алло. Это я! Кто? Почта! О! Пенсию принесли! Наконец-то! Ага, дверь откройте. Спасибо, бабулечка. Ты идешь? Конечно. Давай. Где-то тут. Алло, да, скоро будет готова моя виза, мне просто нужно срочно уехать за границу, в Америку. Как это невозможно? Неужели нет ни одного способа выйти замуж? Да за кого я вам выйду замуж? Тем более за сутки. Hello! Excuse me, надо говорить. Excuse me! Бургер, пицца! Эти вообще слова не используй. Beautiful, good, I love you! Да все, не стучи ты уже! Ушла она, не понимаешь, что ли? Закрыто. На улицу пойдем, подождем. Она по-любому вернется. Ну да. Да нет, Алекс, ты не понимаешь. Я не хочу с тобой встречаться. Я не люблю тебя. Мне просто нужно выйти за кого-то замуж, чтобы получить визу. Тихо, видел ее. Конечно, видел. Что значит нет? Черт тебя побери. Что делать? Ты что, прикалываешься? Эй, тебе судьба ее подарила. Ты балбес. Иди к ней просто. У тебя на руке все написано. Тебе чище на лбу что написать? Лузер! Да отстань ты! Не нужна она мне! Ты можешь как-нибудь выйти, отвлечь ее, и я домой пойду. Ты сейчас серьезно? Да. Ладно, окей, как хочешь. Открой только мне дверь, пожалуйста. Иди. Ты чего? Дима, да? Не, обознались. No, it's you. Я вспомнила, you. Ага, Джессика. I me too good, bad burger, pizza, free Wi-Fi. Вы сумасшедший. Соберись. You круто выглядишь. Cool. У нас в Лос-Анджелесе все так одеваются. Так я был в Лос-Анджелесе в каком-то смысле. Oh, it's so good. У тебя есть виза? Виза? Виза, yes, Wi-Fi, роутер. You want to marry me? Yeah, yeah, I want marry me.
and you. I love you! Да! Сработало, Димон красава. Все, мне нужно убежать, но мы с тобой еще увидимся скоро. I love you, bye. Пока, bye. And I, Джессика. Джессика, Your cash, кошелек. Oh, thank you, I love you, bye. Кайф. Подцепил он иностранку и уехал на моря. Видал? Она меня поцеловала. Ну так, все благодаря моим знаниям английского. Да, спасибо, Никита. Я прям не знаю. Я не знаю, что я ей сказал. Что-то про Wi-Fi free. Но все сработало. Вот сюда поцеловал, я обняла и сказал I love you. О! Я знаю перевод. Поверь мне, тебе повезло. Чего, как переводится? I love you, это типа, ну лови. Типа... Будь на связи. Блин, ты так хорошо английский знаешь. А в школе у тебя двойка была, странно. Ничего не странно. Гениев никогда не признают. Я просто лучше, чем учителя знал. А, и это еще одну фразу переведи. Она там что-то сказала, я да, ответил. А, marry you, как переводится? Marry, да, знакомая. Сам просто давно не был в Америке. А, по-моему, свидание это означает. О, круто. То есть она пригласила меня на свидание, я согласился. И она меня поцеловала. Ну да. Это любовь. И сказала на созвоне. Ну все, что ты сидишь тогда? Давай топай на свидание, там побрейся, помойся, умойся, ага. Приоденься. Да. Только ты должен пойти со мной. Тройное свидание? Да мне запарил эту историю уже. Ну, Никитос, я без твоих знаний английского не справлюсь. Так сейчас еще на руке запишем, или у тебя там что, места не... Места не осталось. Да в этот раз 10 слов не хватит. Это же свидание, надо разговаривать. Давай ты сейчас мороженого объешься и скажешь, что горло болит. Не, а целоваться как потом? Ну да, ты ее еще заразишь. Ладно, есть идейка. Технологии. Один тебе, один мне. Музыку послушаем. Какую музыку? Ну, рэп или рок. Че ты от меня хочешь? Ну че, я тебе позвоню, мы будем в наушнике слышать друг друга. Я тебе буду передавать английские слова и переводить, что она говорит. Гений. Good. Good and так, правильно. Немецкий. Я немецкий в школе учил. Ты че думаешь, я только английский знаю? Коничива, за мной. Алло, да, я нашла одного парня, его зовут Дима, и он сказал, что у него есть американская виза, и он согласился жениться на мне, поэтому я скоро буду в Америке. Да, да, он точно согласился, он сам сказал. Он сейчас придет сюда и сделает мне предложение, и все как мы хотели. So perfectly. Вот так и подойдешь к ней. Ага. Запомни, ты американский гай, ну типа парень, ага. Ты крутой. Бой. Увы. Нет, бой это мальчик. А я гай. А ты гай, да. Мэн. Ты мэн, мужчина, мэн. Так, вот тебе наушник. Ага. Покажи ей, как на природе у нас отдыхается, повесели ее. Они вот эти иностранцы любят эту природу, у них такого нет. Так, все, готов? Угу. Так, музыку остановить. Классная песня, потом скинешь. Давай, иди, вон она уже, кстати, стоит. Ой, блин, пошел. Давай. Вот это он, конечно, стронг. Так, давай, на связи, не теряйся. Ты слышишь меня? Ай, балбес. Hello. How are you? I'm. What? I am. Так, скажи ей. I'm like ride to bicycle. I'm like ride to bicycle. Я тоже люблю кататься на велосипеде. Yo. Ow. Maybe you want to say me something? Че? Она попросила тебя показать свою крутость. Покажи ей что-нибудь там, сальто сделай. Я не умею делать сальто. Все умеют делать сальто. Делай что-нибудь быстрее. Что ты говоришь? Что? А я говорю, что сейчас удивлю тебя. Изи пизи лимон сквизи. Отойди. Окей. Еще опасно. Danger. Оу. Сальто.
Намана! Намана! Cool! Окей, what you doing, it's not what I mean. Никитос, она что-то не понимает и говорит мин. You're crazy today. Crazy? Yeah, I'm crazy. Никит, что сказать еще? Короче, спроси у нее просто, что она хочет. Ага, окей. Что ты хочешь? What? Да не на русском спроси, валенок. На английском. What do you want? What do you want? Marry me, как мы договаривались тогда. Marry? Да. Will you ask to marry me in you, колено? I say yes, I love you. И кольцо? Я запутался. Wait, please, one minute. Рир 3. Дерево, стой. Никита, что там надо? Она Мэри говорит мне. А, я ж тебе уже говорил, Мэри это типа значит свидание. Ну хочешь, я сейчас при тебе проверю. Да нет, не свидание это, что-то другое. Она какая-то странная, стрэндж. А, сейчас прогуглю, чтобы ты убедился. Отвлеки ее, а то у меня интернет плохо что-то грузит. Понял. Хай. Stop. You marry me or... I go. Стоп. Это yes. Вот что бы ты ни сказала, yes. Только не уходи, пожалуйста. Yes. I согласна. Опять сработала Никитос. Marry me. Дим. Все, отбой. Отменяй все. Скажи, тебе go out надо срочно. И вали оттуда. Что? Отбой? Почему? Да с кем ты постоянно разговариваешь? Да ни с кем, забей. Давай еще обнимемся. Алло, ты что, глупый что ли? Я говорю, Мэри, это замуж выйти. Вали оттуда. Эй, алло, ты совсем глухой что ли? Ну все, тебе, наверное, надо пойти подготовиться, а я пойду позвоню маме, обрадую ее, нашей маме, твоей. Теперь маме. Чего? До встречи. Все, бай. Какой еще маме? А, получилось. Никитос! Она меня еще раз поцеловала. Ты чего натворил? Ты зачем наушник вытащил? В смысле? Ты знаешь, на что согласился? Ну, на отношения с девушкой-иностранкой. Нет, Мэри Ми, это замуж. Типа, ты ее пригласил сыграть свадьбу. А как? Ты чё? Ты ж сказал Мэри, это свидание. Ну там, сам понимаешь, разные формулы, теоремы. Короче, Мэри это оказывается замуж. Да ладно, не парься, Димон. Сейчас придумаем что-нибудь, выкрутишься, сбежим. Хочешь, в другой город переедем? Ну, ты переедешь. Нет. Я женюсь на ней. А чё ты на меня так смотришь? Женюсь, уеду с ней в другую страну. Ты ее знаешь первый день. Ты даже не знаешь, что она говорит. Да нам не нужен язык, чтобы понимать друг друга. Для этого есть чувства, понимаешь? Ты реально собрался жениться на ней и улететь в другую страну? Как же мы? Как же съемки, подписчики? Как вообще мы без тебя? Да-да, Никитос. Ну, я же уже согласился. А вдруг это моя судьба? Ребята, так нельзя. Нужно Диму как-то отговорить. Как мы без него будем? Мы все уже привыкли, мы все его любим. Поэтому давайте напишем много-много комментов, чтобы Дима остался. И напишите каждый почему. Да, зря я, конечно, помогал с этой иностранкой. Ладно, ничего. У меня еще есть время его переубедить. В смысле, вы не можете привезти так много цветов? И что, что на подготовку всего полдня? Подождите, вторая линия. Алло, да, здравствуйте. Фуршет будет в ангаре, да. Свадьба у моего лучшего друга, поэтому сделайте все по высшему разряду. Да, он любит селедку, обязательно. А, еще одни. Да, здравствуйте, лимузин, конечно. Какого года? 96-го? Вы что, с ума сошли? Нет, новый лимузин нужен. Угу. Сейчас иду, заберу. А что, дорогая? Любимый, а ты уже заказал себе галстук? Да, заказал. А color, какого цвета? Цвет простой такой, фуксия.
Милый, но я же хотела... Я хотела под цвет моей куртки вот такой, мы договаривались. Да ладно, какая разница, как галстук. Дорогая, главное, что мы любим друг друга, да? Да, конечно, мы любим, но я хотела вот такого цвета галстук. Будет галстук, будет, будет. Правда? Правда? Ты меня сейчас передразнивать? Нет, 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 мила. Я сейчас съезжу за галстуком, любимая. I love you. Еще раз, какой цвет? Вот, запомни, дорогой. Ага, цвет джинсовый, будет трудно найти. Алло. Я в шоке, даже конфеты не смогли привезти. Да шо, мам, да нормально, все, все хорошо. Чего? И без акцента? Да, да, прикинь, нашла жениха, да, как хотели, вот это да, он меня за границу заберет, как хотели. Не зря ты мне говорила английский учить в школе. Ну, я, правда, тоже растерялась, не все говорила, но он поверил, он сам ничего не понимает. Да, 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 можете собирать деревне стол. Любке не говори, она глазливая, она сглазит, завистливая она. Не говори. А у нас-то тут в Москве сейчас будет свадьба. Платье белое, ты бы видела, мама. А не будет по ходу свадьбы? Да, да. Перезвоню. Hello, how are you? Вы организатор? Я... Короче, ты кто? Я кто? Да так, лучший друг. Лопуха одного. Ничего не понимаю, говори нормально. Странно. До этого на английском шпрехала, как на родном. А сейчас на русском заговорила. Как тебя там зовут? Джессика? Вот некрасиво будет, когда Дима узнает. Понятно. И что ты хочешь? Денег? Ты, видимо, до этого ничего не слышала. Он мой лучший друг. А я его будущая жена. Кому он поверит? Какому-то другу? Или очень симпатичной иностранке? Милая, я не нашел этого галстука джинсового. Че, Никит, нормально все со свадьбой? Да срывается, походу. Я все объясню. Давай, давай, только как минуту назад разговаривала. Что происходит? Я... Мне нужно кое в чем тебе признаться. Говори уже! Ты чего так с ней разговариваешь, эй? Да, да, ты еще не знаешь, как он со мной разговаривал минуту назад. Чего? Да, да, он хотел сорвать нашу свадьбу. Как ты посмел, Никитос? Ты совсем валенок, я ее организовываю. Она тебя обманывает. Милый, не слушай его, он все врет, он ложь, лай. Дима, разуй глаза, она тебя обманывает. Она вообще из какой-то деревни, она только что вон там сидела на диване и рассказывала это. А я подслушал. В какой деревне? Она идеально знает английский. Yes. Окей, не веришь мне, да? Лучшему другу своему. Так давай проверим ее. Скажи что-нибудь по-английски. Ты мне не доверять прямо перед свадьбой, ты мне не доверять? Я тебе доверять, любимая. Ну, просто чтобы мой друг тоже был уверен в этом. Опа, а ты посмотри, она уже нервничает. А хочешь еще одно коронное доказательство? Какое еще доказательство, Никит? Что с тобой? He's crazy. Окей, ладно, она иностранка. Вы с ней уедете в какой-нибудь торжок. Покажи руку. Чего? Зачем? Да, Никита, я тоже не понимаю, при чем здесь ее рука? Покажи руку. Ну? Окей. Внимание. И? Что и? Все? Доволен? Все, поехали отсюда. Он сумасшедший. Он хочет все сломать. Поехали. Зачем все испортил? А ну, стоп. Что тебе еще надо? Отдай вторую руку. Хватит этого цирка. Реально, Никитос. Так если тебе нечего бояться, давай вторую руку. Дима, дай Дима. Ее, Никитос. Внимание. Не понял. Джессика. Я все объясню. Зачем человеку, который в идеале знает английский, шпаргалки, как у тебя? Ну да. И как тебя зовут? Джессика. Ну? Галя я. Галя. Откуда?
Из Нижних Камышей я. О, Дим, звучит как Лос-Анджелес, да? Не правда? Поедешь с ней, будешь там тусить, как мечтал. Понятно все. Дима, стоп! То есть, Дима, стой! Я... Дима! Дим, прости, ты мне правда очень нравишься. Просто я хотела уехать за границу, и ты сказал, что ты там был, у тебя есть возможность меня туда забрать. Сейчас, погодите. Дим, вы серьезно сейчас? Чего смешного? Да, чего ты ржешь? Ребят, я что, в КВН попал? Вы просто прикиньте, как это угарно. Это получается, она думала, что он отвезет ее за границу. Он думал, что она его отвезет за границу. В смысле? Что ты имеешь в виду? Ты его видела? Никуда он тебя не отвезет. Он никогда в жизни за границей не был. Капец вы, конечно, валенки. Оба. Ладно, вы друг друга стоите. Реально, вот вам совет и любовь, как говорится. Боже, это же анекдот. Реально анекдот. Долго я буду вспоминать. Ты меня реально не сможешь отвезти за границу? Нет, я думал, ты меня отвезешь. Понятно. Не, это же вообще умора. Подожди, напомни, откуда ты? Нижние Камыши. Нижние Камыши, говорит. Ё-моё. Чё это? Может, пойдем фильм на английском посмотрим? Потом, может, лет через 10 поедем за границу.